Большое спасибо, что собрались сегодня на этой презентации. Нам очень приятно, как хоккейному клубу «Адмирал», очень приятно находиться здесь. Мы хотим в первую очередь выразить благодарность нашему партнеру «Банку Восточный» за плодотворное сотрудничество. Оно было уже в прошлом году, в прошлом сезоне. Я надеюсь, мы очень хорошо взаимодействуем в ближайшие 3 года. Наше сотрудничество будет плодотворным. Хоккей, в принципе, и профессиональный спорт всегда шли плечом к плечу с бизнесом. Я думаю, что это взаимный интерес. Действительно, мы сегодня собрались презентовать наш продукт. Мы говорим сейчас о брендовой карте «Адмирал Банк Восточный». Называется она «Адмирал». По сути дела, в первую очередь, это, конечно, банковская карта, по которой любой из ее владельцев может получить доступ к тем программам лояльности, которые на сегодняшний день есть у клуба. Это и начисление баллов за покупки на самой фитнес-арене или у партнеров клуба до 7%. Это и возможность оплаты абонементов накопленными баллами до 30% от покупок, либо оплаты каких-то покупок на самой арене. Со своей стороны мы понимаем, ну и конечно самое главное, теперь банковская карта может являться проходным абонементом на саму фитнес-арену, потому что достаточно долго мы решали этот вопрос с клубом, но на сегодняшний день технология реализована, и фактически ваша карта может стать вашим абонементом для того, чтобы попасть на фитнес-арену. То есть на самом деле весь продукт, который мы сегодня презентуем, он сделан исключительно для удобства болельщика, с точки зрения использования его в своей повседневной жизни, и с точки зрения того, что он может данным продуктом, данной карточкой подтверждать свое право находиться на хоккейных матчах хоккейного клуба «Адмирал». Мы наполнили сейчас карту какими-то стандартными опциями со своей стороны. «Адмирал» предложил программу лояльности со своей стороны. И все, что мы пока сделали, мы вот, ну, совместили эти две вещи и не более того. Поскольку у нас впереди 3 года, мы открыты к любому диалогу, ну, в рамках, конечно, наших возможностей, услышу, скажем так, любые предложения, чего не хватает нашему продукту для того, чтобы наши болельщики чувствовали себя более комфортно как в повседневной жизни, так и на хоккейном матче. Чудесное мероприятие. Большое спасибо организаторам, что уделили болельщикам столько внимания. На самом деле это заряд на весь сезон. Мы ждем победы, эмоций. Посмотрим, что будет. Только победа, только вперед. Адмирал, вперед. Как показал себя временный пока состав команды? Последний тур. Ну, они первые и пока последние, да, две игры с командой Южной Кореи. Я думаю, что большинство из вас присутствовали на этих играх. Ну, тяжело оценить сейчас состояние команды, потому что ребята находятся под серьезными нагрузками. Как вы знаете, мы, наверное, подошли к экватору подготовки к предстоящему сезону. Ребята тренируются много, по 2 раза в день, и поэтому здесь тяжело на фоне этих нагрузок оценивать игру. Но тем не менее результат говорит сам за себя. Все-таки сборная команды Южной Кореи в этом году вышла в группу А, где играют сильнейшие команды мира. Вот, и в этом сезоне будет принимать Олимпийские игры у себя, они планомерно к ним готовятся, поэтому команда достаточно интересная, сильная, быстрая. Вот. И на этом фоне мы смотрелись неплохо, с учетом того, что ребята находятся под серьезными нагрузками. Конечно, безусловно, сейчас дальше будут проходить уже
турниры, которые будут ближе к началу сезона, и уже по ним мы будем определять основной состав и будем смотреть, в каком состоянии находится команда.